Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня мы делаем свечу, которая будет называться денежная пирамида. Эта свеча будет потом впоследствии заряжена на египетском эгрегоре через Исиду, Осирис, Хатхор и так далее. Она будет своего рода приносить деньги. И какие мы сюда возьмем травки? Мы возьмем бессмертник для бессмертных пирамид, бессмертник и пижму. И все это будет желтый цвет, олицетворение денег, счастья, добра, любви, тепла, солнца и удачи. Кладем это все, чтобы растолочь. Воск я уже подготовила. Воск у нас уже готов. Осталось только его растопить. Готов не в плане, что он уже растопленный, а в плане, что его надо растопить. Здесь травки в основном. Такие свечи, конечно же, выигрывают лучше из-за трав, да? Они горят травами. И говорят, что даже фитиль им не нужен, но это больше относится к ведьминой свече. На самом деле, чтобы запалить это все, фитиль для равновесия какого-то все-таки нужен. Растолкли. Давайте теперь перейдем непосредственно к фитилю. Пирамида. Что она вообще из себя представляет? Почему она денежная? И почему, собственно, пирамида? Пирамида, скажем так, это такой приемник. Если даже геометрически рассмотреть эту фигуру, то вот она как бы вот увеличивает, да, сверху. Когда мы смотрим фильм, да, в проекторе, оно же тоже вот так вот пирамидально светит в разные стороны. И таким образом мы из космоса притягиваем энергетический баланс, энергетическое состояние мощное. Именно в эту точку концентрируюсь, и он расходится, расползается и транслируется и сюда, и в разные стороны, ну, во все четыре стороны, да. Здесь стопорится и транслируется во все четыре стороны, поэтому говорят, что пирамида приемник, поэтому она принимает энергию, и мы запрашиваем денежную энергию, особенно когда это все будет сгорать. Поэтому вот пирамида у нас это такой приемничек, приемник денег. Мы его зарядим через египетский эгрегор, и все будет у нас в жизни хорошо. Так, вот. Так, ну что, пошли топить воск. Топить воск, добавлять травки, говорить наговоры, чтобы было что? Чтобы притягивалась энергия, транслировалась, да, ретранслировалась в жизнь, в вашу удачу, в вашу судьбу, чтобы были деньги и чтобы они были бессмертные, нескончаемые. Для этого нам нужен бессмертник. А еще трава бессмертника, она очистит. И, конечно же, дороги тоже открывает, и ее просто так полезно пить. Поэтому пошли шаманить, и следующий этап будем уже заливать. Итак, воск у нас готов. Мы его разогрели, растопили, заговорили, попросили на бессмертное нескончаемое количество денег. Сейчас будем заливать нашу пирамиду, нашу бессмертную свечу. Угу, все. Достаточно. И, в принципе, подождем, когда оно все застынет, и
посмотрим, каков же результат. Итак, смотрим, что же у нас с денежной пирамидой. Ага, отлично. Вот такая вот у нас экстраполяция на все четыре стороны света. Вот у нас наш приемник, фитиль будет гореть и будет приходить счастье, удача и успех. Ретранслировать, да, он такой ретранслятор. И такая, скажем, вышка, которая принимает, да, приемник, который принимает энергию и распределяет ее, и трансформирует. Это у нас только денежная пирамида, только связанная с деньгами. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши, как тебе понравилась свеча. И, конечно же, всех приглашаю на личные заказы, на такие свечи. Я их еще плюс к этому заговариваю, и эту свечу я буду заговаривать через египетский эгрегор. А вот эту свечу мы сделали в прошлый раз, в прошлом видео. Я заговариваю на ведическом эгрегоре заговоры и ритуалы. Это ритуалы зарядки. Ну что, желаю вам удачного дня, хорошего настроения. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!